Привет, ребята! Сегодня такой чудесный день, и я патрулирую движение. Это очень ответственная работа. Прием, прием, это Хейли. Да. Срочный вызов? Хорошо, скоро буду. Трактор Гоша, постой, пожалуйста. У меня к тебе есть просьба. О, Хейли, привет. Я с удовольствием помогу. Что нужно сделать? Гоша, подмени, пожалуйста, меня на пару часов. Мне нужно отлучиться по срочному вызову. А дорожное движение не на кого оставить. Замени меня на моем посту. Ух ты! Патрулировать дорожное движение всегда мечтал. Я с удовольствием помогу тебе, Хейли. Спасибо, Гоша! Я скоро! Ой, здорово! Мне нравится патрулировать движение. Вроде бы все спокойно. Ух ты! И здесь все в порядке. Ой, что это такое? Поеду посмотрю. Ой, что это такое? Ребята, что случилось? Мимо проезжал грузовик и рассыпал песок на дороге. И мы теперь не можем проехать. Полчаса здесь стоим. Да, полчаса. Ой, ну с этим я быстро справлюсь. Одну минуту, ребята. Дорога свободна, ребята. Можете ехать. Ну вот, я и освободился. Интересно, как там поживает Гоша? Эй, ну как дела, Гоша? Все отлично, Хейли. Движение под контролем. Гоша, спасибо большое. Я и не сомневался. На тебя всегда можно положиться.